Вот мы находимся в Хоршебей. Это порт, с которого можно отправиться на многие точки. Собственно, отсюда мы хотим направиться до Bowen Island. Вот. Вместе с Ксенией. Короче, хочет кофе. И курить. Ну, курить мы не дадим, а кофе сколько угодно. Сколько угодно, хорошо. Вот. Сам порт выглядит примерно вот так. То есть у него есть вот такие всякие холмы обжитые. Куча всяческих яхт на любой вкус. И здесь паркуются всякий разный корабельный сброд. Если мы сможем увидеть, вон там вдалеке плывет как раз один из них. Я не знаю, поедем мы на нем или нет. Но во всяком случае он мне уже нравится, потому что он огромный. Вообще милое место. Жалко, немного дорогое. О. Есть собаки. И собака в воде, естественно. Да. Есть. Сегодня собаки. Неплохая погода. Астронавт просто на Луне. Есть собаки. Наблюдаются особи собак. Наблюдаются особи Ксении. Редкий вид. Да. Вот это здание касс вокзала. Вот, а сейчас мы пойдем купим билетики и пойдем попьем кофе. Все. Ну, мы удачно пожрали, по крайней мере, я. С помощью сэндвичей из Subway. И запили это кофе из Старбакса, в том самом, в котором я был недельку назад, когда совершил грандиозный транс Вест Ванкувер заезд. Да. Скоро мы поедем уже на ферри. А вот вид, собственно, вот Старбакса. С тем самым винтом. Вот этот винт, фонтан, винт, куча народ тусуется, какой-то праздник. Вообще у фонтана всегда тусуется народ, не знаю почему, тусовочное место. В Ярике тоже есть фонтан в центре города, постоянно тусуется, и я тусовался одно время. Жирные велосипедистки. Вот. Вот такие дела. Все, мы пошли паковаться и грузиться. Вот, здесь мы будем садиться. Это вывеска классная, неоновая такая. Да. Здесь заезжают машины, которые хотят уехать на остров. Там лифт. Для пассажиров обычно. Но мы, собственно, здесь стоим вот с нами, нашими великами. Не хотелось бы пролететь, потому что первый раз. Я думаю, все будет хорошо. Вот. Вот такой порт для отправления. Да. Речной вокзал. Мы стоим на пароме. Вася, у тебя голос какого-то гида чудовищного. С Ксенькой. С Ксенькой Несмеяной. Вот. Прямо на носу. Я
общины есть. Добро пожаловать на борт. Синька тоже забавная. А вот точилы. Небольшой дождь, что, собственно, не новость для Ванкувера. Здесь постоянный дождь. Что хотел показать, куда мы едем. Вот тот остров вдали, я так понимаю, что это и есть Bowen Island. Ехать до него, как говорят, 20 минут. Вообще панорама очень красивая. О, мы тронулись. Какие-то лодочники лихие. Да, здорово. Кто-то на каяке. Жизнь кипит даже в таких местах, как Коршубей. Коля, привет. Я не думаю, что они здесь рыбу ловят, но во всяком случае, я думаю, тебе это понравится. Прямо как в каком-то фильме. А, мы поднялись наверх. Да, ну хорошо. Поднялись наверх в бар. И увидели очень интересную вещь. Некий портрет. Конечно, мы не ожидали увидеть Путина или Медведева. Мне кажется, очень мило.